Здесь он пишет, служение Торе превышает ее изучение. Что значит служение Торе? Если мы говорим просто так, в общем виде, то учебой называется действие, которое я учусь делать ради отдачи, а служением называется само действие, которое я уже, когда я уже выполняю ради отдачи. И есть намерение, есть действие. Намерением называется учение Торы, а действием называется служение Торы. А на теперешний момент мы говорим, что как, наверняка ты можешь отдавать группе, учителю, Творцу в действии. Здесь ты наверняка не ошибаешься. Это больше намерений, то есть самой учебы.